чудесный сегодня день. Просто погодка замечательная. Я, как всегда, в лесу. Жалею, что вчера не пошел с ночевкой. Так, вот и щавель. Смотрите, растет. Вот такие красивые кусточки. Я сейчас их соберу. На суп хочу набрать сегодня. Много не буду собирать. Вот хотел показать, как растет папоротник. Не знаю, показывал или нет. Короче, сейчас я спущусь. Это очень неудобно. Вот такие шарики. Тут он уже распустился, сам ствол. А изначально появляются просто с земли идут шарики. Такие вот. Они плотные. И потом из них появляются листочки. Так вот, необычно. Вот они уже все распрямились. Они просто вот скрученные. И потом со временем под солнцем распрямляются. Может здесь... Вот. Не раскрутившийся вот такой. Вот. Вот так вот они из земли растут. Потом получается папоротник. Вот такие кусты. Очень маленькие. Погода сегодня вообще жаркая. Ну так, чтобы жаркая. Солнце светит, греет. И такой прохладный ветерок. Как раз то, что надо. В лесу. Все, сейчас буду косить щавель. Специально сюда и спустился, в эту ложбину. Точнее, иду к ручью. Там его много обычно растет. Но я сегодня не планировал. Хотя еще брусничный лист пособирать. И просто отдохнуть. Погода позволяет. Это что у нас? Морожка? Да. Морожковая. Птица поет кругом. Какое разнообразие птиц у нас оказывается. Вот нас тут насобирал. Тут еще маленький. Там обычно целые заросли этого щавеля стоят. Вот как этот папоротник. Долго такой же щавель везде кругом. Теперь просто по дороге иду. Растет, надо взять. Я такой маленький даже не мал. Внизу там есть ручей. И вдоль ручья заросли. Еще на том склоне есть щавель, но как-то его там не особо много. Обычно лесу около ручей. Ручьев. Не знаю, слышно ли, поднёт ли фотоаппарат пение птиц, но поет очень красиво. Вот папоротник, я раньше говорил, ствол и листья распускаться будут. Вот такого шарика. Необычно так. Комары замучили, их что-то так много. И шарики везде. Интересно. Так, укололся бы что-то, но я здесь. Не очень приятное место здесь. Здесь типа ручья. Вот везде эти